Им уже 5. Этногруппа «Ятаган» отмечает первый юбилей. Квартет мультиинструменталистов готовит большой праздничный концерт, на котором будет немало сюрпризов. На репетиции побывала Галина Заводникова. Сегодня в республике их знает практически каждый. Этногруппа «Ятаган» — это молодые, но уже опытные исполнители, которые играют башкирскую народную музыку в современном прочтении. Каждый из музыкантов владеет несколькими инструментами, как классическими, так и народными. А в арсенале группы «Ятаган», «Кубыс», «Думбыра», «Бишкыл» и древний тюркский «Кыл-Кубыс». Этот инструмент сделан из дерева целикового, сделан из волос хвоста коня, сделан из кожи животного. Всего лишь 2 струны, а играет произведение, которое написано для 4 струн. Ну и, конечно, какая этногруппа без курая? Гаяс Елмурзин за одно выступление играет на инструментах разной длины и звучания. Это у меня в сердце, это в сердце моих родителей. Все это идет из глубины веков. А курай я чувствую как продолжение своего тела. То есть мне с ним комфортно. Я не чувствую, что это какой-то единородный предмет. Я забываюсь, когда курай у меня в руках. К своему первому юбилею коллектив готовит большой концерт. За 5 лет мы многое что успели сделать, интересные разные программы. Вот. И наша юбилейная программа будет состоять из как раз-таки блоков этих всех программ вместе взятых. То есть мы показываем свое многогранное творчество и вмещаем это все в юбилейный концерт. Сюда войдет программа «Из глубины веков». Это старинные башкирские мелодии в современной обработке. Духовная программа «Ятаган Муслим». Музыка народов мира, где коллектив играет на инструментах из Китая, Монголии и других стран, а также авторские мелодии. Группа выступит в сопровождении Национального оркестра народных инструментов республики. Поздравить коллектив с днем рождения прибудут и друзья «Ятагана». Известные музыканты и певцы Зилия Бахтеева, молодой популярный исполнитель Ильнур Рамазанов, заслуженная артистка Татарстана Айгуль Сагинбаева, артист театра оперы и балета Идель Аралбаев. Мультиинструменталисты говорят, что их основная цель – донести звучание старинных народных мелодий и инструментов до современного слушателя. Пока репетиции идут полным ходом, но первый юбилейный концерт группы «Ятаган» пройдет 23 апреля в Государственном концертном зале республики. Галина Заводникова, Салават Валеев, Россия, Культура, Башкортостан.